Что мы в итоге просим? Мораторий. Мораторий на любую передачу земельных ресурсов в управление властей города Севастополя, которые продемонстрировали, особенно на протяжении последних 6-7 лет, свою полную недееспособность эффективно управлять земельными ресурсами в интересах жителей города. Потому что я думаю, что это уже стало для всех не то что притчей, а это уже доходит до того, что ты утром выглядываешь в окно и не знаешь, а не появился ли тебя под домом забор и не идет ли опять очередное строительство. Могу сказать, что сегодня ночью уже краткая информация, суть письма была отправлена на сайт президента России, была указана ссылка, где расположено письмо с конкретными подписями людей.